Всем здравствуйте! В этом видео вы увидите подготовку и укладку на пеноблок. Изначально устанавливаем лазер. По вертикали. В нужный нам размер. Я установил лазерный нивелир на уровне правила со всех сторон. Маяк 6 мм с нанесением грунтовки против ржавчины. Установку маяков произвожу на клей. Ровно по линии лазера. Итак, все маяки. Затем хорошенько втираем клей в стены. После чего штукатурим. Такие же маяки ставим на все стены. После высыхания проходим стены наздир. Приступаем к укладке плиткой. Так как плитка горбатая, гребенку тянем не вдоль, а поперек. Для ровной укладки. Наносим на стены клей гребенкой в 4 мм. Для этой мозаики подходит белый клей. В моем случае литокол К80. Друзья, открыл для себя Instagram. Желающих увидеть небольшие ролики моих будущих работ, подписываемся на мой Instagram. Ссылка в описании.
завершили укладку мозаики. Приступили к укладке откоса. Выводим точно по лазеру. Здесь будет установлен хромированный уголок. Откос должен выйти строго по уровню. Штукатурим вторую сторону откоса. И продолжаем укладку откоса. Производим монтаж уголка. Фиксируем. После чего приступаем к затирке. Замываю губкой с прорезями. Идеально подходит к этой мозаике. Друзья, подписываемся на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока, спасибо за внимание.